Проезжаем Царевщину, возвращаемся уже по темноте. Решили подснять дорогу. Сегодня 28 ноября, идет дождик. Погода, конечно, такая слякотная. Сделали мост новый. Сейчас будем проезжать по новому мосту. На желтый проехали. Двойной получается. Сдали только в 21 году, вот, ближе к осени, осенью, наверное. И будем считать, что пробок, наверное, теперь не будет. Посмотрим, особенно в летнее время были большие пробки, выходные дни, да, все выезжали. Точнее, ехали в Самару из деревень, из-за города, были большие пробки. А теперь с новым мостом, скорее всего, будет попроще. Проехали пост полицейский. И двигаемся в сторону Красной Глинки. Подъехали к Красной Глинке.
доброго пути нам желают. Светофор сгорел. Шашлык, наверное, готовят. Дым, дым, а вот дым, да, из печки валит. Вот запах вот дыма. Почему так пахнет прям? О, как в бане. А рыбку готовят. Так вот. Вот такая ноябрьская дорога у нас сегодня выдалась. Возвращаемся в темное время суток. Немножко то, что вокруг происходит. Ну, хочется сказать, что вот ехали в темноте абсолютной, да, без освещения. Ну, как бы освещение у Лады Гранта не самое лучшее. Конечно, хотелось бы поярче, потому что смотришь там по иномарок, у других машин такое прям яркое освещение. Тут ближний и дальний свет пробовали, конечно, хочется посильнее. Ну а там, где освещение есть, вот с фонарями, конечно, так особо не влияет. У нас ресторан какой-то большой. Сейчас вот уже подъезжаем, это была Красная Глинка, сейчас уже поселок Южный называется. Там, где Pepsi Cola находится, завод Pepsi Электрощит. Правда, Южная проходная. Дороги здесь отремонтировали, сейчас все хорошо. Такое покрытие ровное, в принципе, все нормально. Ездим без проблем. Раньше было хуже. Ямы были, кочки, все подряд. Сейчас пока дорога нормальная. Вот этот поворот на Южный, поселок Южный. Сейчас функционирует здесь здравница была, или там санаторий как бы такой неплохой. Ну, вроде сейчас есть он, но не так уже хвалит. Тут рядом с Волгой санаторий, не помню как он называется, знаю, что на Южном находится. Вот, а тут такие серпантины, такая дорога. Все в лужах, несмотря что конец ноября.